Первое правило преследования. Не вести себя подозрительно. Подозрительное. Не вести себя подозрительно. Какая подозрительная? Не думай, что справишься со мной одним мизинцем. Серьезней, громадина. Как пожелаешь. Ты до сих пор хочешь подержать ее за руку? Лежать бояться! Поздно, бабуля, дайте я вам напомогу им. Итак, куда вы шли, на? Что, в соседний город, на? Да это как два пальца обоссать, на! Че ты хочешь? У тебя какие-то проблемы? Ты сисястый монстр! Бу-га-га-га-га-га, сиськи! А чего это ты такая красивая? Может, ваш аппарат сломался? Простите, что такое Ниикура? А, ну, это... Я никогда не встречалась с мальчиками и не понимаю. Не боись, Ниикура. Я с мальчиками встречалась и романтику творила столько же, сколько и ты. Живот прихватило, блять! Срать хочу, пиздец! Ща обозрусь! На этой станции мы проверим ваше зрение. Что видишь? Вверх-вниз, вверх-вверх, вправо-влево. Все ответы правильные! Где-то, кажется, я его уже видел. Очки, родинка под левым глазом. Чу? Странно. Как странно плавает это дитя. Я тону, дебил! За Агнией охотится. Твоя привычка раздеваться. Заразно, что ли? Спасибо за подражание. Разрешите войти? Окажите услугу. Позируйте для меня. Встали в позу. Отлично! То, что надо! Вы настоящие мужчины! А теперь-ка снимите их! Ну как? Это вам не детский сад, а тюрьма! А ну позакрывали, бабло, все нахуй! Или получите пюль! Пожалуйста, не переключайтесь. Ты чё так долго, дурак, блин? Они ее чуть не убили! Заткнись! Тебе стоит извиниться за свои действия. Если бы ты был с ней все это время, то мог, по крайней мере, сообщить нам об этом. Тогда купи мне айфон, идиотина! Я не буду на тебя смотреть, уродина! Посмотри на меня, посмотри! Ня! Посмотри! 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 Прекрати, убери свою уродливую морду от моего лица! Ты снова это сказал, снова! Простите! Салам алейкум, чего тебе? Где можно купить ядовитую рыбу, от которой вырубаешься после одного укуса? Нет у нас такой. Невежливо шпионить за людьми, когда те закупаются! Сказал тот, кто пытался нас отравить! Слышал, что Кирисаки и Анадера будут помогать женской команде по плаванию. И я пришел поглазеть. Только посмотрите. Какое великолепное зрелище. Итидзё, насчет того, о чем я хотела тебя попросить. Рюта. И куда он ушел? Да прекратите! Мы заплатим. Мы потом тебе заплатим, обещаю. Ну как тебе? Слов нет, как отстойно! Пойдешь ко мне под пиджак? Куда именно? Приготовились, бежим! Не думал, что так вымокнет. Родители поженились, она стала моей младшей.
Когда день рождения? 5 сентября. 13 июля. И младшая сестра.